В институте «Стрелка» конференция «Мусор. Разделяй и властвуй. День второй». Внимание будет уделено вопросам управления отходами в Москве и в России. На открытую дискуссию приглашены члены правительства, представители различных специализированных организаций и коалиций, экологические активисты и компании. Цель второго дня – осветить основные проблемы и препятствия в российском подходе управления отходами, а также составить возможный план действий для его изменения. В ЦДХ открывается международный фестиваль музеев «Интермузей-2013». Он соберет на одной площадке экспозиции более 270 музеев России, СНГ и Европы и предложит гостям масштабную программу. Он состоит из многочисленных лекций, дискуссий и круглых столов, детских интерактивов, а также спектаклей, перформансов и живой музыки. Проект «Поиграем в театр» собирает труппу для того, чтобы в короткий срок и малым составом поставить спектакль. Все желающие, прошедшие отбор, могут попробовать себя в роли актеров, гримеров, сценографов и даже побыть помощником режиссера. Первая репетиция состоялась 11 марта этого года. И 31 мая проект представит спектакль «Этюд» по одноименной пьесе Михаила Першина по мотивам сказки Лусианы Тершейро «Рыба маленького Жоа». После показа свободное обсуждение, на котором слушатели смогут высказать свои впечатления от просмотра и проекта. Актеры и режиссер расскажут о своем опыте создания спектакля. X-Land приглашает на экскурсию по следам московских стиляк, штатников и хиппи. Пришедшие узнают о том, когда и при каких обстоятельствах зародилась субкультура стиляк, как выглядели и развлекались ее представители, как одевались и где проводили время утонченные подражатели американского образа жизни 50-х и 60-х годов. Участники посетят культовые места «Пушку», «Маяк», «Москварь», «Квадрат».